Всем приветики! Вы в курсе, что в вашем андроиде 8 версии живет маленький осьминожек? И чтобы его найти, нужно зайти в настройки о телефоне, нажать несколько раз на версию андроида, потом на эту печеньку нажать несколько раз и удержать. И вот он вылезет, осьминожка. Правда, у него всегда разный размер, он бывает то большой, то маленький. И плавает по экрану. Его можно двигать. Надо взяться за него и подтянуть. И можно перемещать его по экрану. Такой прикольный осьминожек. Если отпустить, он дальше будет плавать. И подмигивать. Он иногда подмигивает. И размер тоже меняется. Вот если еще раз зайти. В этот раз уже поменьше. Вот осьминожка маленький такой плавает. Прикольненький. Еще и моргает еще. Такой вот осьминожка. Ну вот как-то так. На этом все. Всем покедова.